Ну что, друзья, кто ищет, тот всегда найдет. Вот такая вот тачка мне сегодня досталась на вечер. Сейчас заправляем ее и едем тестить на озеро. В общем, 2 GZ, выворот, сошки, автомат классический. Вот такая вот целая жопа. Ну, надеюсь, такое она сегодня и останется. Путь вот такой вот, через поля, леса, заброшенные гаражи. Пробираемся. Ну и скоро доберемся до озера. Так, ну вот такой вот спуск резкий. Тачка у нас низкая, надеюсь, не цепанем. Вон ребята уже там резвятся. Вот такой вот спот с безлимитным льдом. В любое время дня и ночи приезжаешь на озеро, и постоянно тут кто-то катается. Ну-ка, в этот раз есть, интересно, кто-нибудь? О, 2 двоечки. Одевают, видимо, мишлены. Сейчас будут нам напихивать. Так, с двойками нам кататься неинтересно. Вот нашли себе оппонента. АС-300 на механике. Сейчас будем пилить его. Надеюсь, хоть его-то мы догоним. Но вот эта приборка мне как-то породнее. И вот эта вот коробка передач тоже. В общем, АС-300 на механике на тестах сегодня.